День кукольника отметили воспитанники детской театрально-кукольной студии «Волшебники». А руководители поделились секретами своего мастерства и рассказали о сложностях профессии. Подробности в нашем сюжете. Кто сидит в труду? Он такой страшный! Крошка-енот – любимый персонаж Прохора Семина. Кукла для мальчика – не просто игрушка, а друг. С ним юный актер общается как с живым. Енот дал Прохору несколько дружеских советов. В каждом спектакле, как в сказке, есть своя мораль. Во-первых, нужно всегда быть храбрым, всегда идти к своей цели и слушать своих друзей. Прохор и другие дети занимаются в театрально-кукольной студии «Волшебники» при библиотеке «Бригантина». Ее основатели – Владимир и Любовь Алеевы. Они пишут пьесы, ставят спектакли и преподают уже 25 лет. Дали ко мне все. И, пожалуйста, пошире встали. Скороговорки, разминка и актерское мастерство. Занятия Любовь Алексеевна проводит 3 раза в неделю. Куклы – это не просто искусство, а дело жизни. Такого же мнения придерживается и супруг актрисы Владимир Алеев. Именно он показал Любови Алексеевне мир кукольного театра. Это же очень тяжелый физический труд. Вот просто подержать руку 15 минут, да? Мало того, что куклу держишь, ты еще и должна, кукла должна двигаться, говорить, реагировать на все, да? Поэтому вот тяжело. Из-за вредности профессии кукольники на 5 лет раньше уходят на пенсию, чем другие актеры. Но забыть о деле жизни Алеевы не могут, не хотят. Ставят новые спектакли, поэтому в квартире появляются новые коробки с куклами. Божескую милость. Как скажет Господь Бог, так и будет. Религиозные, патриотические или злободневные – темы для пьес разные. Любовь Алексеевна уже издала книгу с 21 произведением. Практически все не только для детей, но и для взрослых. Нас любви учат к детям, выдержки какой-то обязательно, ну, человечности. Мы почему любим перчаточные куклы? Перчаточные куклы, ну, у человека основной энергетический центр – глаза, да? И вот этот кусочек, который является энергетическим центром. Так куклы оживают в руках актеров и перестают быть просто игрушками. Спектакли впечатляют не только люберецких зрителей. В копилке призов театральной кукольной студии есть и международные награды. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.